Здравствуйте, меня зовут Позняков Александр. Посмотрел я видео в интернете изготовления резцов для токарных работ по дереву и решил себе изготовить что-нибудь такое подобное. Буду изготавливать из фрезы диаметром на 20, мечик М24 уже с приваренным саморезом, этот мечик R6M5 еще ничего не приваривал. Также эта заготовка еще. От этого мечика М45 я уже отрезал половинку. Изготовил резец. Далее я покажу его. Вот этот резец уже только ему требуется обработка. Это М27 мечик разрезанный. И приварена к нему пластина с саморезом. Также будет маленький реер, изготовлен из этой фрезы, или развертка, как она более правильно называется, с приваренным саморезом. Также у меня есть вот такой резец токарный R6M5. Буду из него изготавливать тоже. А также отрезной резец Т15К6. Мы будем использовать вот эту твердосплавную напайку. Приварить на кончик отрезного резца. Напильники также буду использовать для угловых меселей. Также пика перфоратора. Еще такая пика перфоратора и рессора автомобильного. Настало время показать свои изготовленные резцы. Более 4 резцов в день не получается изготовить. Материал очень прочный, крепкий, трудно обрабатывается. Изготовил месель, сталь HSS, месель, лопатка перфоратора, два косых резца, правый и левый, мечик М24, R6M5, два косых резца, левый, правый, рессора автомобильная. Напильник. Реер, лопатка перфоратора, реер, мечик М45, R6M5, мечик М24, R6M5, автомобильные рессоры, развертка R6M5. Спасибо блогерам,
Отсмотрел у них вот такие приспособления для изготовления точных размеров. Резец изготовил отрезной. Победитовой напайкой. Из отрезного резца токарного для обработки металла. Такое приспособление для изготовления точных размеров. Режущая часть напильник регулируется за счет пластин. Больше или меньше ставим пластину. Регулируется зазор за счет вот этих прижимных болтов. Отрезной резец. HSS для чистовой обработки. Фигурный резец. R6M5. Стамеска для скобления. Автомобильные рессоры для внутреннего скобления чаш. Материал прочный, вибрация очень маленькая. И также для скобления чаш с победитовой напайкой изготовил такой резец. Изготовлен расточной резец по металлу для внутреннего точения. Ну все, спасибо за внимание.